Добрый день, мои уважаемые дорогие подписчики! Очень вас всех рада приветствовать на своем канале. Кто еще со мной не знаком, меня зовут Жанна. Сегодня будет у меня тут много покупочек с магазина Фикс Прайс. Любителям оставайтесь со мной. Кто не любит, тоже можете посмотреть. Может, что-то интересное подчеркнете. Немножко Галамарта покажу. В принципе, покупочек будет много, потому что у меня тут были очень большие неприятности в семье. Потеря близкого человека. Ну, как-то вот все это... Скучно мне, тяжело, как-то тут вот смотрю, отвлекаюсь, долгое время не заходила, покупочки скопились, думаю, надо что-то как-то тоже с кем-то с вами поделиться. Ну, в общем, вот так. Так, значит, заходила я, как-то ничего у нас не было, в поисках все прекрасно, уже хожу, ищу ангелов, купила, но других. Заходила, ничего там не было, заходила в другой фикс-прайс, ездила зубки делать, там у нас еще рядом один фикс-прайс, который мне вообще не по пути. Мне нужна была вот такая расческа для волос. Дочь попросила купить вот эти штучки, знаете, они очень быстро облазят у многих. У меня еще пока ничего, у дочери это, но я себе другую купила. 55 рублей. Немножко она, конечно, девочки, электризуется, эта расческа. Ну, за 55 рублей, думаю, можно. Ну, подороже расчески немножко брали мы, они тоже немножко электризуются. Они электризуются, расчески дорогие, там по 200-300 рублей, но я думаю, так переплачивать как бы не считаю это нужно. Производитель, конечно, Китай, состав ПП резина. Так что вот такая вот расчесочка, очень неплохая. В магазинах такие расчески стоят от 150 и выше, как бы. Очень неплохая вещь. Так, ну и увидела там такие формочки для выпечки, хотя стряпать я сейчас сильно не стряпаю, мне некогда, но все-таки думаю, хотя бы к Новому году немножко новогоднего мылка какого-нибудь сварить. Все-таки Мариночка Хуэйлэйди меня очень мотивирует. Привет тебе, моя дорогая. И вот такие увидела, Мариночка, если вам привезут, беги, тебе тоже понадобится не для выпечки, но для мылка. Там еще есть снежинки в голубом, я на заставке, может, вам сниму. И такие, как домики, но домики сильно большие, красные, потому что прям такие, как домики, ну, для мылка это очень будет большое. Вот это даже будет большое мыло, но, может, его можно не до конца заливать, как Марина вот там иногда мастер-классы показывает. Вот, все-таки надеюсь сварить. И вот снежинки бы тоже можно было. Бомбочки из снежинок можно было делать. Это, девочки, форма 55 рублей, 4 штуки. Снежное кружево. У нас уже все идет с новогодней тематикой. Хэллоуин, конечно, там еще у нас все процветает. Тоже я не знаю, к чему это все, кто его покупает. Только вот затрата денег. Мне, ну, в одном магазине вообще совсем чуть-чуть, а в одном прям приличная такая вывеска. Может, тоже вам сделаю заставку там на заставке к видео. Покажу, зачем это все надо, этот Хэллоуин. Ну, немножко бы там что-то сделали, каких-то приколов. Зачем это так все активировать? Это не наш праздник. Ну, может быть, я уже женщина в возрасте, хотя, мне кажется, молодые тоже это не приветствуют. И увидела еще там такие девочки, салфетки, перышко. Потом видела я в Галамарте девочки, по-моему, по 39 рублей. Может, ошибаюсь, не знаю. Прям немножко расстроилась. Иногда вот даже, видите, хоть и рядом фикс прайс и Галамарт, иногда что-то не, все же не упомнишь. Но очень я люблю бабочек, знаете, у меня есть бабочки там везде на цветочках и на... В шторках нравится мне, и вот давно я у девочек в обзорах видела бабочки. Все равно когда-нибудь займусь декупажем, на пенсии буду, конечно, обязательно делать. И вот уже начинаю собирать салфеточки. Девчонок много, теперь я началась этой болезнью, заболела. Так, салфетки стоили 55 рублей, 20 штук перышка, 33 на 33, 3 слоя. Фирма Престиж, 100 лучших товаров года. Но они трехслойные, конечно, но все равно дороговато, как бы 55 рублей, жалковато. Но хотя девочки вот покупают специально для декупажа, говорят, они вообще дорого стоят, по две штучки вот берут. 161 рубль была вот такая у нее покупочка. Так, ну а потом, девочки, конечно же, я пошла и был привоз. Ну и, конечно же, она закупилась. Я увидела вот этот отбеливатель. По-моему, в этот раз я его покупала или в другой, не знаю, что-то не вижу в каком. Да, пятновыводитель, 53 рубля. Хотя, девочки, конечно, ваниш, он лучше, он жидкий. Я бы, конечно, может, брала ваниш, если бы я его брала один раз, что-то, по-моему, не показала даже. Брала АОС тоже порошок. Но этот вот в гель, в пемос гель насыпаю, потому что вот тут какое-то белье стирала. Дочь сказала, не очень отстиралась, не понравилось. И она у меня вообще такой специалист, эксперт. Только постираешь порошком похуже, подешевле, или отбеливателем с фикс прайса этим, так сказать, кондиционером, вот велором. Все, она сразу говорит, белье жесткое. У меня
цензор. Ну вот я вот теперь в Пемос. Такое белье простое стираешь нормально, а тут немножко что-то у нее там с пятнышками было. Нет, стирались пятнышки. Вот я теперь туда отбеливатель сыплю, чтобы не налипало на это. Ну что-то девчонки все хвалят. Леночка, Лена Лайф, еще у кого-то видела, все хвалят этот отбеливатель. Ну я взяла там ложечка девочки такая специальная с активным кислородом. Как бы дешево это, ну вот что только порошком, 600 грамм. Ну, второй раз с ним постирала, вроде белье, вроде отстиралась, девочки. Так что неплохая покупка, кому надо, кто порошковыми пользуется, кто как бы сильно больше экономит, а не о машинке. Я больше о машинке берегусь, потому что вот такие сухие порошки и отбеливатели, они очень сильно налипают. Потом я брала мини-рулеты, девочки, все знаете, такие мини-рулетики. Они у нас были с этим, с клубникой, сейчас появились со сгущенкой. Уже не стала брать, что-то подсела я на них. Там их, девочки, что-то 6 или сколько-то штук, 26,50 они стоят. Сок брала, там себе захотела сока что-то купить, как раз что-то голова болела, не домогала. Вот два мини-рулета, сок брала, лапшу брала на работу, знаете, все пятновыводитель. Так, вот такие канцелярские кнопки, девочки, прикупила, так, да, запрятала. Так, ладно, девочки, кнопки потом уже где-нибудь выпью, вот я вам их покажу. Такие интересные кнопочки там были. Да-то я их уже запрятала. Так, и, в общем, короче, ну, увидела, что все там такое интересное. И давай я покупать. Думаю, возьму побольше, чтобы побольше мне были баллы. Вот такие, девочки, часы настольные купила. Покажу вам их в заставке. Лена Леночка Лайф тоже мне рекламировала. Вот они, вот, девочки, вот такие часы. Они в трех цветах, в синем, в сером и в белом. Еще у нас до сих пор их есть 77 рублей. Очень удобно, там календарь настраивается. Правда, вот тут инструкция с другой стороны. Все подробно написано, но я очень долго не могла сообразить. Еще, видимо, там батарейка задала. Нажимаешь, нажимаешь, цифры не перетываются. Так что будьте терпеливы. Может быть, батарейка холодная была, потом дома нагрелась. Ну, короче, сообразила. К вечеру сделала часы. Они у меня на работе. Очень удобно вот так, потому что на компьютере сидишь, времени нету. Календарь там где-то далеко за компьютером. Я поставила, удобно. Вот так бывает, что-то резко время посмотреть надо. А у меня там на компьютере программа открыта, это вот ее надо закрывать. На телефоне тоже там надо лезть и нажимать. А тут вот они стоят и стоят. Ну, как бы не сказать, что супер нужная покупка. Ну, давно я там привезли часы с собачками на веса. Привет тебе, она купила. Я тоже их хотела купить, такие миленькие. Но я не люблю тиканье. Я вот, хотя я очень, вы говорите, спокойный человек, но я очень нервная. Прям вот не могу завестись ни с того, ни с сего. Поэтому тиканье у меня раздражает, я не могу уснуть. Вот такие часики были, девочки, покупка была у меня, значит. Так, что еще я купила? Так, маркеры вот такие купила, девочки, с металлическим эффектом. Мариночка Fly Lady тогда их и показывала. Потом, по-моему, Наташа Морозова, Ирина Морозова их показывала. Синий, да, девочки, я уже пробовала. Пишет не очень металлический, вот так ли они выглядят. А этих с металликом, говорят, можно разрисовывать даже вот тут всякие горшочки. Так что вот купила. Это давнишняя моя тоже хотелочка, 4 штучки, как бы нужная такая вещь. Так, брала зеленый горошек, девочки, горошек так себе, скажем. Но он у меня был в тепле, я сразу сделала салат, что-то мне показался не очень. На второй день я оставила немножко и делала, просто кушала курочку с горошком. Стараюсь как бы не всегда есть с картошкой или с рисом, потому что надо немножко вес ограничивать. Ну, вроде показался ничего. Ну, за 26 рублей, конечно, можно брать. Это недорого. Так, наконец-то нам привезли вот такой лесной бальзам, девочки. Ну, 77 рублей, это дороговато. Единственное, что тут какая-то акция идет. Отправить нужно код. Может, что-то там выиграю хоть. Тогда что-то, девочки, по 2 брали. У нас такого и не было. Можно купить большой бальзам за такую цену. Ну, конечно, не лесной. Но и лесной можно купить по акции. Ну, взяла, девочки, не удержалась. Маленький бутылек, большой бывает надоедает, а хочется поменять бальзам. Я бальзамом постоянно пользуюсь, зубной пастой, потому что с зубками у меня проблемы, мне очень часто нужно тоже ополаскивать. Так, брала, девочки, еще чай зеленый. Сейчас тут у меня рядышком стоит, я, если к ней сворачу камеру, вам его покажу. Опа-на, полезла Жанна. Что-то сегодня не приготовила, с утра опять снимаю. Я себя, так как я уезжала по своим печальным делам, и теперь работаю 2 недели без выходных, потому что выходные свои выбрала. У меня всего 4 выходных. Вот такой чай, лимон брала, взяла тоже. Так как по брикушке беру, решила на чай сэкономить. 26 рублей всего, вот такие пакетики. Ну, нисколько он не хуже. Я чай сильно не люблю, вот такой наваристый, хоть зеленый, хоть черный, вот заварил и выбросил. А то тут чай заваришь на один раз, кажется, ой, еще можно заварить. И вот потом этот пакетик тусуется тут на специальных этих чайных чашечках. Я же их прикупила. Ну, поэтому вот решила взять такой чай. Неплохой чаек, прям лимонный вкус такой, девочки, выраженный. Так скажем, нормально.
Так, 26 рублей чай. Набор маркеров 53 девочки стоил. Так, сумочку для хранения купила. Вот такую девочки я. Набор, это тоже хотелочка, у нас долго их не было. Ну вот, скажу, что вот эти две большие мне как бы не очень нужны. Вот лучше бы они их поуже сделали. Но буду тоже использовать. У меня вот таких больших много. Я раньше работала на белье, там вот привозили плавочки, еще что-то в таких сумочках. Люди, бывало, их не брали. У меня вот большие есть, а вот таких вот именно мимишных нету. Под ватные диски, хотя они сюда еле входят, под ватные палочки, какие-то лекарства сложить. В общем, вот я купила такую штуку себе. Она мне была очень нужна, девочки, прям необходима. Я это давно хотела, поэтому вот я увидела, что все привезли, что мне нужно. И думаю, ладно, пойду в разгон, куплю всего побольше. Думаю, так как это. Еще, девочки, брала кошельковый оберег транжира, тоже у меня на работе, я сниму. Появились кошельковые обереги, девочки, они на такой вот плохой. На такой кордоночке, и прилиплена там обезьянка, слоник и, по-моему, еще кто-то. Так как я обезьянка, там трилистник вот этот, клевер удачи, ну, я обезьянка. Ну, и как бы его в кошелек ложить, ну, я на работе тоже оставила. Вас заставочки вам засниму, как бы привлекает удачу. В гомонок ложить, он такой выпуклый, как бы куда его туда положишь. Не знаю, может, думаю, сумочку положить, ну, пока лежит на работе. Вот так, девочки, я набрала на 600 рублей. Я вообще сама не ожидала. Но я хотела, чтобы побольше начислили баллов. И поэтому, как бы, вот сделала такую покупочку. Не знаю, сколько мне баллов начислили. Что-то чек на баллы у меня тут не сохранится. Вот такая вот, девочки, я транжира оказалась. Так, уберем это все лишнее, чтобы тут нам не мешалось. Так, потом как-то я забегала еще, или в этот раз у меня тут эти, у меня, нет, видимо, в другой раз как-то забегала, девочки, брала еще вот такие вот заколочки тоже. У меня что-то все заколочки покончались, очень удобно вот так. Давно они у нас уже лежат, но я все как-то не покупала, тут как-то забегала, ничего не было, и купила заколки. Чека нету, но они 55 рублей стоили. Короче, вот таких больших, средних и совсем маленьких, мимишных, девочки, там две штуки, не буду заострять внимание, вот такие маленькие. В общем, получается, там сейчас привезли такие железные зажимы, как бы для укладки. Ну, я посмотрела, как бы они такие грубые, а эти как бы для укладки пригодятся, и так можно их использовать, девочки. Да, 4 штуки по 4 сантиметра, 4 штуки по 5, 2 штуки по 6 и 2 по 3 сантиметра. Как бы так нормально, девочки, получается 12 штук, это как бы нормально для такой цены, такая удобная штучка, можно складывать. Так, вот, потом, значит, вот это вчера я зашла у нас прет Новый год, девочки, и вот появились у нас там много всего новогоднего, так как я очень люблю ангелов, хотя, девочки, это как бы новогодние, они считаются, их можно подвесить, но я решила совместить два в одном. Искала же и ангелов наподобие, но они побольше были, мне кажется, потолще. Но хотя тоже девочки говорили, что они вот вроде как сделаны из этого. Это знаете, какой материал? Полимерная глина. Она такая мягенькая, но я думаю, зато они мыться будут хорошо. Если даже упадут, где-то не разобьются. Как бы вот два в одном сделаю, по на елочку повешаю. Они были еще с арфой, но арфа такая золотистая, думаю, облезет или что, сюда вот так можно что-то положить, интересно, в книжечку так что-то отдекорировать. Этот с таким чудесным бантиком, ну, взяла, как бы они похожи, больше брать не буду. Этот вроде такой понежнее, поменьше, этого личика как бы побольше. Не знаю, наверное, думаю, остановлюсь, если привезут. Вот я в том году еще не взяла ангелы, были с подсвечником такие прям из хорошего качества, потолще такие были, из доломита. Ну, думаю, может, их опять повторять. Что-то не думала, что начну ангелов коллекционировать. У меня было немножко. А потом начали фиксовый прайс привозить. И я, блин, увлеклась. Так, длинное видео получается. Пипец, головомарт, наверное, придется потом показать отдельно. То надоест. В общем, вот такие ангелы по 55 рублей появились, девочки. Такие красотули. Так что имейте в виду. И вот такие у нас были в двух цветах. Голубой и красный. Ну, вот я, у меня намного на елочке красных таких игрушек. Я в том году покупала что-то в фикс-прайсе, что-то нет. Тоже это на елочку. Ставить его, конечно, тоже можно потом вот сюда поставить. Но, думаю, на елочку больше я его. Ну, прям вот я люблю. Это как ручная работа. Вот такое вот интересное. Наташа у нас там есть одна. Она делала такие куклы-мотанки. Я так и все никак не собралась. Смотрела мастер-класс. Деревянная головка у нее, девочки. Ну, тоже такая вот прелесть. Это все по 55 рублей, девочки, было. Так, вот, значит, так, еще я купила набор подставок сервировочных, девочки, тоже вам не показала. Купила вешалки на дверь, все вы уже их знаете. Тоже опять, блин, не принесла, забыла.
Вот тоже я все за ними ходила, ходила, караулила. Вешалки на дверь, ну как бы вот они мне не очень тоже пригодились. Может, думаю, я сделаю на ванне. У меня, получается, торчит ванная дверь. Ванну мы не закрываем. Ну, только в спальню можно повесить. Ну, думаю, может повесить шифонер, если свои шарфики, если свешаю, потом вам покажу эту полочку. В общем, купила вот эти подставки, вешалку на дверь и украшение ангелы. Тоже что-то вышло у меня, девочки, 465 рублей аж. Вот так вот Жанна разошлась. Так, мои хорошие, наверное, я на этом закончу. Да, еще в очередной раз заходила, видимо, когда покупала вот эти штуки, покупала еще вот эти. Ну, думаю, так как вот эти две штуки получается, потому что вот этих маленьких мало мне показалось. Здесь, вот видите, уже их нету, я уже сложила в сумочке, у меня там лежат. Из-за вот этих маленьких взяла вот этих вот большие. Ну, все равно пригодится что-то где-то складывать, пригодится все равно. Так, по-моему, на этом и все, девочки. Так, девочки, в Галамарте новая акция. Спешите, спешите. Так, сейчас немножко покажу Галамарта для Мариночки Флайлиди, потому что, как бы, ну, что она знает. Вот такие свечки там купила по 9 рублей. У нас, по-моему, 2 за 26 фикс прайс. Они чуть-чуть побольше, но думаю сделать свечки, вот так растопить и вот этот петелек сделать. Все, хочу тоже свечки какие-нибудь сделать. Тоже все никак не соберусь. Вот такие ситечки, девочки, там тоже по 29 или по сколько-то. Вот удобно, что повесить. Мы брали вот такие ставящиеся. Что-то как-то мне не очень удобно. Это вот думаю утащить на работу. Так повесить на кружечку и можно пить вместе с ней. Пусть этот чаек лежит. Ну вот тоже транжирство. Так, и вот привезли, девочки, вот такие коробочки. Это я, блин, уже собрала ее и принесла сюда. Вот такие коробочки, 9 рублей, Мариночка, леди, тебе очень она пригодится. В заставочке я ее засниму. Как раз вот подмылка, девочки, она будет очень интересная. И вот так вот она завязывается в красном, розовом, белом цвете. Блестки такие вот новогодние. Так на Новый год подарки сделать, это будет очень-очень красиво. Вот такой, девочки, цвет. Вот видите, я тут целую упаковку их набрала. По-моему, 6 штук. Вот, девочки, нашлись кнопочки мои, которые я вам говорила, привезли фикс-прайс, канцелярские кнопки. Девочки, есть еще там с листиками и с чем-то еще, с зелеными жучками какими-то, что ли. Но я взяла хотя бы вот эти для DIY. Божьи коровки были маленькие вот тогда у нас. Я не купила, так их проворонила. Но тут не удержалась. Мои любимые бабочки и божьи коровки вот так в DIY куда-то вставлять. Ну, вообще, это как бы кнопки канцелярские считаются. Но я не знаю, что такими кнопками можно прикноплять. 30 штук, девочки, их тут. Так, вот такие розетки там, девочки, все-таки все своеобразные по 10 рублей появились. Вот такие. Взяла, может, какой-то DIY, может, для интерьера что-то там разных, они дизайнов. 10 рублей, это вообще, девочки, ни о чем. Так, вот такие салфетки тоже беру неоднократно, там по 9 рублей, панорама фирмы. 45 штук, девочки, очень хорошего качества салфетки для дома. Вот такие они тесненькие, плотненькие, прям вот хорошие, так что-то вытирать быстро. Так что вот, девочки, вот я вчера купила буквально по 9 рублей этих, ой, а, 2 свечи за 9 и коробочек я купила 5 штук по 9 рублей, 45 рублей, вот, девочки, на 63 рубля. А эти уже штуки я отдельно брала, уже увидела их на кассе, они возле кассы, девочки, лежали. Новая там акция, девочки, так что давайте, давайте, спешите. А вот нашелся чек, как у Маши растираешься, сумочка для хранения, тарелка новогодняя и заколка для волос 53. Еще, девочки, купила тарелочку, еще одну с Дедом Морозом покажу в заставочке вам. Очень красивая, понравилась мне, думаю, надо еще одну купить, не удержалась. Так, ну, девочки, думаю, на этом пока-пока, до новых встреч. Потому что нет, покажу еще вот такие бабочки, девочки. Все, весь Галамарт показывать не буду. У меня еще кое-что с Галамарта, ну ладно. Вот. Это такие бабочки, девочки, кто DIY занимается. Они на булавочке, вот здесь вот. Их там несколько цветов, я уже одну прилепила. 11 рублей, это вообще ни о чем, девочки. Вот, очень-очень выгодно. Ага, ну ладно уж, покажу. Вот такую зубную щетку тоже купила, по-моему, за 11 или за 19 рублей. Тоже дешевая у нас в фикс-прайсе, девочки. Но эта акция уже заканчивается. Они как бы побольше. Но я думаю, ребятишкам вот само то будет. Купила, может, кому-нибудь подарок пригодится недорого. Ага, девочки, забыла еще показать. Ну, короче, Маша, забываша. Ну, у меня такое настроение, девочки. Вот такую подставку уже вчера купила. Думаю, что у меня-то чек такой большой на 460 рублей.
Подставка для столовых приборов, девочки. Сколько раз у нас были всякие 99 рублей, дороговато, но они в магазинах по 300, по 400 рублей, в Беломарте даже вот по 300, по 250 я такие видела. Тут еще что удобно, я вот все хочу такую трубу купить, куда-нибудь подвешать, может, думаю, что это туда складывать, не столовый прибор, а так что-то. Можно даже вот поставить средство для посуды и губочку сюда положить, как бы вот удобно, может быть, будет. Ну, не знаю, вот, понадобится она мне или нет, тоже вот что-то увидела, схватанула, не могла удержаться. Ага, вот и нашлась моя коробочка, девочки, вот Мариночка, Флэйлиди, другие мыловары. И просто, девочки, упаковать какой-то мини-подарочек вот такой. Очень-очень будет красиво вот так завязать. Вот такая коробочка прекрасная. Ну все, мои дорогие, теперь точно пока-пока. До новых встреч. Ваша Жанна. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Не забывайте, на 1000 подписчиков у меня обязательно будет конкурс. Пока-пока.